когда вы приходите, например, на объект, если, скажем, например, это старый какой-то объект, да, то у вас очень много разных поверхностей, которые нужно обрабатывать. Это может быть бетон старый, который нужно шлифовать, это может быть штукатурка, это может быть масляная краска, и вот это все нужно сдирать. Если я занимаюсь паркетом, мы сняли старый паркет, нужно положить новый, опять остается остатки клея или там неровности какие-то, это все нужно вырвать. Одна машина идет для шлифовки бетона, а другая работает как фрезер и как шлифовальная машина. Вот эта машина, на нее ставится вот такая фреза с зубьями, высота регулируется, и именно вот с этими зубьями мы можем снимать масляную краску, штукатурку, разные мягкие поверхности. Подсоединяется пылесос, и сама машина работает без пыли. Внутри стоит термозащита, это означает, что если даже она перегрелась, она отключается. Так просто ее залюбить было бы трудно. На эту машину можем поставить 8 разных насадок. Есть специальная таблица, вы берете поверхность, например, бетон, штукатурка, масляная краска, и тогда вот под это вы выбираете эту насадку. Сама насадка, она меняется просто, снимается вот этот ограничитель глубины, и мы тогда отключим вашу руку и уже тогда ставим или алмазную чашку, или, скажем, например, вот такие зубчики.